Что в эту минуту в его голове? Спросим у карт Таро. Не доверяет, следит за вами или пытается контролировать вашу жизнь. Злится, потому что влюбленный очень сильно ревнует. Вы для него шанс, который нельзя упустить. Что-то очень какие-то большие сильные перемены, которые его беспокоят. Сейчас между вами расстояние. Боится, что вас уведут, да? То есть его тянет к вам очень сильно, но вместе быть пока вы не можете. А хочет быть в этих отношениях. Строит на вас планы какие-то. Хочет пригласить на свидание, да? Влюблен, хочет встреч. Да, и планирует очень скоро встречу. Ну, что-то не получается. И это его очень беспокоит. Будет пытаться договариваться. Мужчина ревнует, мужчина страдает, злится, не доверяет вам. Боится, что вы куда-нибудь от него денетесь, кто-нибудь вас уведет. Потому что встречи не получаются, встречи затягиваются. Возможно, сам сидит на двух стульях, кстати, и тоже думает о вас. Очень хочет приехать, прийти, но что-то пока не складывается. И об этом все время думает.